В микрорайоне Радужном во дворе домов 27 и 29 на улице Нефтяников завершается обустройство парковки с умными розетками для прогрева двигателя машины в мороз. Система будет работать у нас от приложения «Умный паркинг». После регистрации будет создан личный счет, на который можно будет пополнять и пользоваться парковкой. Можно будет отрегулировать время. Если вам нужно будет на 6 утра до 7 на час, вы можете отрегулировать время. И вам включит, получается, машину в вам положенное время. Здесь уже благоустроили прилегающую территорию, установили опоры освещения, проложили пешеходный тротуар, привели в порядок зоны озеленения. Сейчас рабочие наносят разметку, электрики ведут пусконаладочные работы. Добавлю, что с предложением обустроить в Муравленко умную парковку к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову обратились жильцы. В итоге на площади свыше 2000 квадратных метров оборудовали 65 машиномест, 22 из них с возможностью подключиться к электросети. Как сообщают специалисты, система умных розеток безопасна, она призвана избавить двор от нависших проводов и сделать жизнь ямальцев комфортнее.